мы принесли просто дань своему человеку, который отдал свою жизнь за то, чтобы Одесса была опять красивой, счастливой, толерантной и была европейской страной. Но все-таки за то, чтобы она была европейской. Мы были, да. Мы пришли сюда посмотреть, как ультрас тут это. Вот. Конечно, подробности мы не видели. И мальчишки были, девчонки, 18-20 лет. Они пришли радоваться жизни. Они не приходили ее кого-то убивать. Поверьте мне, пожалуйста. Они просто радовались жизни. Я был здесь в пятницу. И буквально, вот такая уже пьем. Мы случайно жизнь проходили. Мужа увезли. И уже люди положили. Погибели, положили букет цветов. Я еще тогда не знал, что это. А потом мы повезли еще несколько пошли. Да. Да, мужик. Это человек, который находится в больнице, и я думаю, надо начинать поддержать семью и появиться в болезни. Я не простила. Я давай на поеду.